Где? А, стойте, смотрите, где я. Я пришел с другой стороны к тем самым говнюкам. Ну, сейчас этим говнюкам не повезет. Потому что я иду мстить, скоты. Ссаные ублюдки. Думали, что со мной так легко справиться? Да ни хера подобного. Илюшка сейчас вам как надерет попочку. Ну прыг, спускайся вниз. Что с ним такое? Он не может спуститься вниз, надо обязательно спрыгнуть, ладно. Сейчас спасем ее. Я так и знал, что можно будет вернуться к ней каким-то образом. А я смогу таким образом к радиопередатчику куда-то пройти? Да, похоже, что я к нему как раз и иду. Надо будет только по ветке метро подняться, ну или поезда. Да, и про эту я не забыл. Стойте, тут была лестница. Я подумал, что это просто... Молодой человек, вы пришли как раз вовремя, чтобы увидеть, как я подыхаю. У меня есть последнее желание. Я хочу выкурить финальную сигарету. Ну, отдадим ему. Как сигарета как-то не вообще здесь не котируется. Где ты взял? Неважно. Дай мне насладиться этим моментом, что ли? Укрытия стали небезопасными, не знаю, что они ожидали. Продолжающиеся землетрясения просто разрывали их. Я не могу точно сказать, есть ли там кто-нибудь еще. Я не все успел прочитать, но надеюсь, вы сможете это сделать. Просто помни это. Так, вниз я прыгать пока что не буду. А тем более, что тут можно просто спуститься. Ну, там чувачки меня ждут. Им явно хочется со мной познакомиться. Ух ты, ни хрена себе, вертолет-то упал. То есть на эту локацию лучше идти потом. Интересно, получится их в качестве сюрприза заманить сюда? Дамочка, я знаю, что сейчас побежу всякие говнюки. Ну-ка. Ты что захотел сделать со мной, кусочек говна? Так, я стрелу забрал, забрал. Ну, пришлось одну пулю потратить. Но они в любом случае бы... А, еще и... В любом случае бы они меня стали бить. Так, что у меня есть прибавляющее... только здоровье. Пакет медицинской помощи, но я его буду юзать до последнего... в последний момент. Стойте. У меня есть крысиное мясо. Или реальное мясо съесть. Смотрите, оно все прибавляет вообще. Хорошо, съедим крысиное мясо. Нет, стойте. Оно прибавляет много к количеству стамины. Во, у меня же есть анальгетики. Главное не сказать, главное потом, ну, я перестал говорить обезболивающее, но главное потом не сказать анальные гетики. Надеюсь, стрелой можно пробить? Фак. Ну, дамочка, я не знаю. Стойте, так может я просто не с той стороны прицелился? Ну, хорошо. Нет. Ладно, но что бы оно того стоило? Хотя мне всего лишь один ретрай дадут, конечно. Леди сказала, что было несколько центров эвакуации для женщин-одиночек и детей. Но они плохо были защищены от пыли, и, может быть, сейчас они выглядят еще хуже, чем раньше. Блин, две пули просрал, а?
Я бы пожелала, чтобы мы встретились снова, чтобы я могла выплатить тебе... чтобы я могла ответить тебе за твою помощь. Ну, ты можешь выплатить ее прямо сейчас, конечно, но ты босиком. Не знаю, вот там три трупа лежит. Сними с них ботинки, дура. Ну, я имел в виду не то, что вы, наверное, подумали. Я имел в виду там на кредитную карточку деньги перевести. Тут же по-любому где-нибудь банкоматы есть, да? Не, ну а чё? Ну, я так думаю, что мне нужно идти сюда, потому что там же ничего нет. Только, кроме того, орангутанга. Про которого что-то я как-то... К которому я не знаю, как забраться, если честно. Ну, стойте, вот здесь можно спуститься. Это просто спуск вниз, да? Спускайся. А, так я оказался на той же улице, что и раньше был, да? Да, похоже. Что-то там светится во тьме. А, это просто свет. А, нет, тут пакет первой медицинской помощи был, ни хрена себе. Ну хорошо, возвращаемся назад. Блин, ну стамина неужели кончится? Давай, ползи. Все, молодец. Каприз, соленый огурец. Ага, вот для чего поставили ящики. Вертолет-то загородил, а тут-то можно так обойти. Ой, и анальгетики. Блин! Анальгетики. Вернул? Оральные обезвоживания. Соли от обезваживания. Вроде бы здесь ничего. Да, так что идем на рельсы. Назад. Я тогда просто забежал туда же, когда я проходил чуть раньше. Я забежал туда, куда мне, в принципе, сейчас нужно идти. Где-то тут была труба. Да. Нет. Где? Чуть левее. Чуть дальше. Чуть по прямой. Прямолинейная труба. Чуть прямолинейнее. Может ли быть прямолинейная труба настолько прямолинейной, чтобы быть офигеть какой прямолинейной? Вот как туда забраться, если честно, слово не знаю. Если честное слово. Если честно, не знаю. Если честно, слово. А если нечестное слово? Ну, здесь не уж без всяких эксцессов я заберусь. Не знаю, как здесь можно было бы зафейлить. Что самое забавное, наверное, если бы я был вот тут вот стоял, да, и попробовался бы прицелиться к каких-нибудь из этих чувачков, то там бы никого не нашел. Ну да, ну да. Ни хрена себе. Как он просто прыгал. Раньше прыгал через такие... Раньше через такие пропасти прыгал, сейчас... нет, я лучше внизу... По низу спущусь, чтобы не рисковать последним здоровьем. А то тогда я, если буду рисковать здоровьем, я пойду лучше валу его на дыру по... Надеру. Жопу надеру. Если бы я сказал надеру по жопе, то, скорее всего, я бы надрал себе по жопе. Наждачкой. Вроде бы сейчас я иду в правильном направлении. Да, но я помню, там линия сломалась. И вот здесь будет обрыв, который у меня сейчас на карте нет, но сейчас его нарисуют. Смотрите, как тут. Кажется, сигнал идет откуда-то отсюда. Блин, так быстрее исчезают субтитры теперь. Кажется, я просто смогу забраться на этот корабль, что ли? Стойте, это корабль? Это реально корабль, ни хрена себе, посмотрите, как его выбросило куда. Я сначала подумал, что это просто крыша какого-то здания с антенной, но сейчас пригляделся, оказывается, это реальный корабль. Окей. Так, стойте. Здесь внизу все заблокировано, да, еще корабль нарисовал. Я, по-моему, здесь в прошлый раз был, но корабль он не рисовал. Где я оказался? Охренеть, чтобы пройти так недалеко, мне понадобилось в такие пикуля переть. Остановка? Ну, остановки на все остановки проверять.
Сейчас проверим все, что есть. Это не балка? Почему-то он не хотел на нее запрыгивать. Ота, fucking shit. Fucking shit, fucking shit, fucking shit. Так, мне это не нравится. Инвентарь. Я хотел. Бутылочка водички. Ух ты, пацаны стоят. Или это просто безобидные чувачки? Я теперь знаю, чего стоит жизнь. Ничего. Даже цента. Это одинокий герой. Может быть, у него есть вино последнее на земле? Ну, не зря же я вино таскал с собой. Еще и две штуки. Смотрите, я люблю мужчин, которые умеют очаровать женщину. При эвакуации прислали лодки, но их было недостаточно, чтобы всех увезти. Они сначала забрали детей. Так что здесь, в этом городе, осталось много старых людей. Я могу вам вторую бутылку вина отдать. Ну, палец вверх. Ну, может быть, здесь что-нибудь есть? Вряд ли, конечно, но... Да, вряд ли. Ну, надежда умирает последней. Вдруг здесь был Стас Пьеха. Тогда можно было его набить харю крысиным мясом. Крысиное мясо. Ой, теперь можно еще перепрыгнуть на другое здание отсюда. Клево? Нельзя? Серьезно? Может быть, я, конечно, не нажал. Прыжок. Можно. Внизу еще что-то было. Да, вот бутылочка воды здесь не помешает. Я не знаю, как на сурвайвере проходить. Ну, на сурвайвере надо знать. На сложности сурвайвер. Надо знать, куда ты бежишь все-таки. Ну, сейчас, я думаю, не так сложно будет. Я думаю, что можно будет перепрыгнуть эту балку. Это что-то какая-то... Еще одна батарея. Куда мне столько батарей? И где их применять? Надеюсь, дальше что-нибудь окажется, то, для чего нужны батареи. Стойте, мне показалось, да? Что здесь что-то лежит. Да, это просто бумага. Трубы какие-то странные валяются. Они как будто выгорели. Ну, или, конечно, разложились, может быть, за это время, но... Здесь тоже ничего нету. Сакс. Блин, я зря ползаю. Я вот думаю, стоит мне, нет, прыгать. По-моему, там уже тупик, да? Да, там тупик. Ну, хорошо, спускаемся вниз. Потом идем на другую балку. Кто там? Кто орет? Блин, как ты здесь оказался-то? Батарейку ему? Год прошел, но до сих пор не остановились землетрясения. А, он в маске. Понял, ты бы мне маску лучше отдал. Наверное, им просто батарею подставили под этот, под падающий что-то и смогли его вытащить. Хорошо, у меня бутылка воды была, да, и содовая. Не знаю, они выделились припасами, что ли? Или, не знаю, они сделали какой-нибудь обмен здесь. Припасами. Мол, я им, допустим, бутылку вина, а они мне бутылку воды. Еще надо выпить. Как раз бутылочку воды. Забавно, конечно, он остановился в таком пути. А, насрать на пыль, бутылочку воды выпьем. Да.
Не, ну еще там понятно обезболивающие. Обезболивающие, анальные гетики. Хм, а, вон там балка была. Черт, я не увидел сразу. Анальные гетики. Стойте. Может быть здесь что-нибудь есть, я пропустил. Нет, ничего. Ну, прыгай. Господи, я не хотел этого делать. Господи, за что? Ну то же, что ты заставил меня это сделать? Смотри, тут дым, значит, здесь кто-то был. Ой, дым. Огонь. А, вон там что-то. Нет, это трупак. Хера лысого, я сюда проползу, конечно. Я такой толстый. Я такой широкий, что у меня такие шикарные формы, что я даже в дверь не пролажу. Это все, чекпоинт? Капец, 9 ретраев. Я не знаю, куда их девать. И нахрена столько. Ну, в принципе, на Сурвайвере вообще нет никаких ретраев. А, заберите передатчик из навигационной комнаты. С радостью. Вы идете в неправильном направлении. Спасибо тебе, игра. За то, что ты так обо мне заботишься. Но я думаю, что на этой лодке до хрена всяких чувачков. Потому что, во-первых, там горит огонь. Это разрушенный шип впереди. Передатчик должен быть где-то на нем. Но будь осторожен. Видимо, там он имел в виду, что может быть кто-нибудь на этом корабле есть, потому что последнее предложение я не успел прочитать. Эй, ты, я тебя вижу. Нам не нравится, когда кто-то из людей из города приходит к нам. Ух ты, твою мать! Козел сзади подошел. Так, я последнюю пулю потратил, так что возвращаемся к чекпоинту. У меня все равно 9 ретраев. Че париться? Возвращаемся к последнему чекпоинту, успеваем переставить на лук. Раз, два. Откуда он сзади взялся, если честно, не знаю. Я в него не попал. Клево. Или попал, смотрите. Ладно, все, они набежали. Сейчас попробуем. Ну, я же нажал. Ну-ка, стоять, говнюк. Ну, давай. Пуль я забрал. Это что такое? Антибиотики, анальгетики. Давайте анальгетик один сожрем. Обезболивающие. Надо говорить чаще. Обезболивающее. Главное не бегать перед ними, иначе они сразу начнут меня атаковать. Ну да, лук им... Они понимают, что лук мне особо угрожает, поэтому... Поэтому они как-то его не боятся особо. Не то, что у нас в городе подходишь на тебя люк. Лук направляет, такие, не-не-не-не-не, чувак, не-не-не-не-не. Ты чё? Ты как? Не надо этого делать! Не надо, ты рискуешь! Ты рискуешь моей жизнью! Эта деревянная палка сможет пробить мой череп, потому что он такой хрупкий и нежный. Как жвачка. Жвачка.